В Улан-Удэ выберут лучшего спортсмена по итогам года. Претендует на это звание более 50 номинантов. Сегодня в мэрии комиссия решила, что оценивать выступления бурятских спортсменов будут по 5 направлениям. Это представители олимпийских и неолимпийских видов спорта. Также на звание претендуют спортсмены-паралимпийцы. Оценит и заслуги ветеранского спортивного движения, юных спортсменов и командные виды спорта. В список лучших атлетов года вошли только жители города Улан-Удэ. Конечно, у нас в городе Улан-Удэ работает 18 спортивных школ, занимается спортом порядка 10 тысяч в наших муниципальных спортивных школах. Это спортсменов. Ну и, конечно же, для этого надо определить тех людей, чтобы было видно их показатели, их результаты, чтобы жители города гордились нашими спортсменами, ну и, конечно же, видели их, как говорится, воочию. Среди главных претендентов – призер Олимпийских игр Светлана Гамбоева, паралимпиец Михаил Асташов и другие. Результаты голосования подведут в конце декабря. Награждение лучших спортсменов года пройдет в канун Нового года в администрации города.